Четвертый президент Украины Виктор Янукович обратился с письмом о введении российских войск не только к президенту России Владимиру Путину, но и в Госдуму. Об этом стало известно из показаний экс-депутата Российской Думы Дениса Вороненкова. Российский парламентарий, голосовавший за аннексию Крыма, сбежал в Украину и дал показания против легитимного президента Януковича. Его показы были для нас достаточно важными. Выявилось, что для вас эксклюзив. Виявилося, що Янукович написав два листа. Один Путін, а другий російський держдумі. Тому обидва вони слугували для прикриття російської окупації Криму, а далі агресії на території.